Всем привет! Это первый выпуск Варблога в 2019 году. Новостей много, погнали! В ближайшем обновлении Warface появится новая карта для режима мясорубка — Пагода. Она находится на одном из островов в Тихом океане, похожем на те, что вы могли посетить в спецоперации «Восход». Мы уверены, что новая локация не оставит равнодушными как новичков, так и ветеранов Warface. При создании новой карты использовался тот же азиатский сеттинг, что и в спецоперации «Восход». Однако из-за особенностей PvP-режима объекты на локации были подобраны таким образом, чтобы с читаемостью игроков на местности не возникало проблем. Помимо единой стилистики, Пагода имеет и скрытые отсылки к новой спецоперации. Например, именно здесь расположен дом дальнего родственника одного из героев сюжета — Ноды, внедренного в Blackwood оперативниками отряда Warface. В грядущем обновлении Warface всех игроков ждет новый помповый дробовик SAP-6. Он пополнит легендарную ветку поставщиков медика, чтобы у этого класса, как и у других, был выбор из двух пушек. Данное оружие отличает хорошая скорострельность и урон. Уверен, что данное оружие оценят очень многие. В игровой магазин на короткое время вернулись пушки из серии «Магма», «Радиация» и «Стужа». Коллекционеры оружия, не теряйте времени. В предстоящем обновлении будут улучшены 11 пушек для разных классов. А именно, FN Scar H, FN F2000, Type 97, Золотой Фабарм Престиж, Мойсберг 500 Custom, H&Q Custom, Хани Бейджер, Золотой Хани Бейджер, PP2000, PM84 и M14 Crazy Horse. Подробнее о всех этих новостях можно узнать на официальном сайте Warface. Нужные ссылки под этим видео. Там же вы найдете все актуальные конкурсы, которые идут в наших социальных сетях. Поставьте лайк этому видео и подпишитесь на наш официальный канал на YouTube и группу ВКонтакте. А на этом у меня все. Увидимся в следующих выпусках. Всем пока!